на библейском портале «Экзегет» мы встречаем День памяти святителя Феофана Затворника Вышинского молитвами к нему и воспоминанием страниц его жития. Он родился 10 января по старому стилю в 1815 году. И в наши дни мы празднуем ему память в этот самый день его рождения, 23 января поскольку его блаженная кончина совпала с днем 12 -го господского праздника, очень почитаемого самим святителем Феофаном, который был отражен и в его имени Феофан, богоявленный, и его затворнический храм, устроенный в затворе в Вышинском монастыре, где проходили последние 20 лет и более этого великого подвижника. Так вот, домовая церковь его была как раз посвящена Богоявлению. И отслужив в ней литургию престольного праздника, он и блаженно почил днем этим, а поскольку неудобно память святого связать назначить на день Великого Господского праздника, в который, как правило, не поминается святой этого дня, то церковь восстановила его память через несколько дней после его блаженной кончины, в день его рождения. Родился он в семье священника Ирея Василия, его маму звала Татья... звали Татьяна, и те, кто любит святителя Феофана, конечно, молятся и об упокоении его благочестивых родителей — у которых было семеро детей. А средним из них был Георгий Коваров, который и э, стал впоследствии великим светильником. Он родился в городе Черна, в селе Чернава. Тогда это была Орловская губерния, сейчас это края Липецкой области и епархии. Он прекрасно учился и в Ливнинском духовном училище, Орловской семинарии, а впоследствии закончил и Киевскую духовную академию. Он был привлечен к педагогической деятельности. Его академический труд о Моисеевом законе был признан одним из лучших среди выпускников академии. И Очевидно, что святитель подавал великие надежды, как ум неординарный. Огромные дарования были на нем заметны и богословские, но при этом он отличался удивительной кротостью. Еще прежде принятия монашества он в одном из писем своих признавался, что хорошо ему по-настоящему только в храме Божьем. Весь день там бы и сидел, говорит он. Уже расположение к Иисусовой молитве, его благовейное, очень кроткое общение с окружающими, беззлобие, изумляло всех, несмотря на живость характера, большое остроумие, он был почтен особыми Божьими дарами, которые были видны и в этом его определенном сердечном расположении, молитвенном и уединенном. Святитель Феофан получил особое просвещение на первых церковных служениях за границами России. Ему пришлось состоять в миссии русской в Иерусалиме, где предоставлены, оказались его изучению, многие прежде недоступные труды святых отцов древности. И он, и по результатам еще своего образования духовного, знакомый с древними языками, усовершенствовал свои познания, добавляя к ним и современные европейские языки. А к тому же пришлось ему потрудиться и в русской миссии в Константинополе, где также ему была, была предоставлена ему возможность узнать э, все мировое православие гораздо ближе. Его записками о греко-болгарском э, конфликте э, пользовался Священный Синод для определения своей э, позиции при этом противостоянии. И святитель Феофан действительно глубоко проник не только в глубины святоотеческих творений, но и в те политические движения, влияния, те раздоры, в том числе и церковные, которым, в которых он был современником. Некоторое время возглавлял он семинарию на севере России, привнеся в нее много полезного и прекрасного, создав там великолепнейшую библиотеку, ибо немало книг при его зарубежных послушаниях, смог он приобрести и пытался послужить ими просвещению будущих священников той семинарии, в который был назначен ректором. Ну и а, призванный в Санкт-Петербург, и там, а, совершив свое а, руководительское и педагогическое служение, он был рукоположен а, в архиереи, стал епископом Тамбовским и уже в качестве управляющего Тамбовской епархией, много потрудился в этом святительском служении, просвещая народы, организовав замечательное женское партийное училище и уже там прославившись замечательными проповедями, которые на все праздники, по случаю посещений и учебных заведений, и по случаю праздников церковных и общенародных он произносил, все это уже бережно собиралось с народом, который осознавал, на каком духовном, на какой духовной высоте находится их правящий архирей. Через некоторое время, всего лишь три года, возглавляв Тамбовскую епархию, был он назначен на еще более значительную и большую Владимирскую епархию, где также не было его служения особенно долгим. Еще не являясь тамбовским архиереем, он познакомился с жизнью Свято-Успенской Вышинской пустыни и направил туда своего духовного друга и единомышленника Архимандрита Аркадия с пророческими словами о своем, Прибытии в будущие годы в эту самую пустынь, удаленную от мира с высоким молитвенным образом жизни ее строгих насельников. И по истечении нескольких лет управления Владимирской кафедрой святитель Феофан спрашивает благословление священного синода на поселение в этой Вышинской пустыне с освобождением его от обязанностей управляющего Владимирской епархией. Намерения его были высокие, не удаление для праздности, но особое служение церкви в слове, писательстве, в толкованиях, в переводах святых отцов. Вот что привлекало его вслед за возможностью непрестанной, нерассеянной молитвы, в которой уже были очевидны добрые плоды его подвига, потому его с юности, обнаружившееся желание уединения и непрестанной к Богу молитвы, получила возможность реализации тогда, когда священный синод согласился с его прошением, и он был направлен в качестве настоятеля в эту свято-Успенскую Вышинскую пустынь. Там с 1966 года XIX 19 века, возглавляя обитель, он общался с народом, возглавлял богослужения, решал какие-то и хозяйственные вопросы, выезжал за территорию монастыря, посещал окрестности и служил там, где требовал этого его священнический, святительский долг, встречался с насельниками и благодетелями того края, Нарышкиными. И эта жизнь, однако, еще не представляла из себя того, что искал святитель. Потому в 1972 году он, устроив себе над монастырской просфорней, деревянные, деревянную надстройку и спросил благословения Синода на затвор, на уединение совершенное. Не сразу оно стало таким, его уединение. Сначала ушел от общения с людьми он на Великий пост, на Пасху, вернувшись к братьям и служа вместе с ними. Но этот первый опыт прошел успешно. Святитель понял, что к этому образу жизни и влечет его дух. И потому, уже вернувшись в свой затвор в пасхальные дни, он более его ни для кого не нарушал. И хоть известно историкам, особенно дотошным, о двух тайных выездах святителя из затвора, но они были посвящены исключительно благу церкви. Его последние годы сопровождались тяжкими болезнями глаз, а поскольку для его писательских трудов глаза были совершенно необходимы, и не все врачи, берущиеся исцелить его, могли приехать сами в отдаленную от Москвы и Петербурга вышу, то приходилось выезжать дважды святителю под видом афонского монаха, замаскированному для встречи с врачом. Более ни с кем он не встречался, только со своим другом детства, митрополитом Макарием, может быть, со всеми и другими немногочисленными своими родственниками. Но это было исключительно в видах необходимости поддержания здоровья глаз. И мы знаем, что уже и в последние минуты жизни святителя, у святителя один глаз видел. Он церковную газету держал в левой руке своей, правую сложив для благословения, тогда, когда его святая душа уже была принята возлюбленным им Господом Богом. Ни для кого не нарушал святитель свой затвор, а жизнь в его затворе была таинственное и только отчасти доступное для какого-либо изучения потомками было написано им в затворе огромное количество произведений, которые служат спасению людей на его надгробной плите были изображены три главных творения его это начертание христианского нарвучения свод его обработанных лекций по нравственному богословию. Это книга «Добротолюбие», в которой отразилась вся гармония святоотеческих творений об Иисусовой молитве и о высших степенях подвижничества. И книга толкований на апостольские послания святого первоверховного апостола Павла. Эти творения, как бессмертный дар его церкви, оказались в мраморе, высечены на его надгробной плите. Кроме того, в день не менее 30, а то и более, получал он писем от людей самого разного звания и состояния, и для всех находилось от него доброе слово, наставление. В разумлении он находился в постоянной переписке с Афонскими отцами свято монастыря, с подвижниками северных наших великих монастырей. Он наставлял э, своих духовных чат и в столичных городах, и рядовых священников, обращавшихся к нему. Много любви и ласки в в каждом слове письма его сопровождались глубочайшим чувством правды духовной, потому письма его ныне для нас камертон духовной жизни, святоотеческий синтез, и когда в простых и ясных, очень часто остроумных, крылатых фразах он запечатлевает всю, всю мудрость, которая необходимо было получать нуждающихся в его наставлениях, корреспондентам. Сам он на своем затворе был э, очень скромного мнения, писал, смех берет, когда услышу, что провозгласили меня затворником. У меня не затвор, а запор. Заперся, чтобы не мешали работать. А никакого подвига нет. Настоящий затвор ⁇ это не есть, не пить, не спать, а только молиться. А я и ем, и сплю, разговариваю с... Ио это монах, который э, приносил ему все необходимое для ежедневно совершаемой им литургии. И те небольшие интересные нужды и подкрепления, в которых нуждался святитель, также бывали доставляемы этим самым его келейником. М -м -м, надо сказать, что он тоже был под стать э -э, своему наставнику, э -э, очень сердечный и сочувствующий братья так что иногда допускал такую вольность, который признавался, что для братьев, впавшей в уныние, устраивал он такое маленькое духовное паломничество. Он позволял им, сняв тяжелые монастырские монашеские сапоги, внизу лестницы, устроенные самим святителем, так что даже балясины на, этой, на перилах были выточены самим святителем на его токарном станке столярном станке. Так вот, эти унывающие братья пробирались вслед за монахом Евлампием в комнатку соседнюю с маленькой церковкой в затворе и могли понаблюдать по разрешению Евлампия, как служит в одиночестве этот святой старец и само созерцание его образа, его благовейная молитва, в которую он уходил полностью, имела такое благодатное действие на этих зрителей, что они вновь обретали силы для продолжения своего подвига. Святитель Феофан трудился очень много, кроме ежедневной молитвы, ежедневного литургисания и непрестанного пред Богом хождения в молитве. Он в переводах, в наставлениях, в толкованиях на священное писание проводил э, время свое, хотя знал и отдых, но отдых для него состоял в смене э, труда на какие-то физические. В его затворе обретался и столярный, и слесарный станок, э, была переплетная маленькая мастерская, э, для фотодела э, необходимое было. Оборудование. Он занимался по самому учителю на физгармонии и скрипке. Так что труды, которые совершал он в затворе своем, имели своими плодами. Иногда и некоторые поделки, которые он пересылал в мир тем, кто ждал от него какого-нибудь привета. Хотя и не соглашался раздавать их как святыни в ответ на просьбу одного высокого священнослужителя, что-то прислать из вещей святителя Феофана как святыню для домашнего келейного хранения. А святитель Феофан отшучивался. Очень меня удивила ваша просьба иметь что-либо из моих келейных вещей для поклонений, для хранения как святыни, поскольку бесы вокруг меня все время как мухи увиваются, и то чем большим, чем малым от меня все время поживляются, то передай я вам какую-либо вещь, то они тотчас вслед за ней налетят и в вашу келью, и лишат вас всякого покоя. Поэтому именно потому, что я друг вам, поэтому не могу вам такую услугу оказать. О своем великом подвижище говорил он, моя самая большая тут подруга в затворе, Лен, лень. Вот это уж моя подруга, не разлей вода. Возьмешь, бывало, карандаш, что-либо, работать что-либо покорябаешь, а потом подумаешь себе, что-то я стану себя мучить. Бросишь карандаш, фертом руки в бока вправишь и ходишь себе, прогуливаешься. Вот, мол, тотчас, тотчас находилась у него как бы повод для самоугождения, хотя бы маленькое утомленность. На самом деле в непрестанном подвиге сосредоточенности жизни в струнку, как писал он, проходило его затворничество. Почил святитель в 1894 году, не дожив несколько дней до своего юбилея, и его блаженная кончина уже тогда стала предметом внимания всей России, которая и оплакивала эту потерю, а при этом радовалась о том, что на небесах новой звездой засиял великий светильник, завершивший так свято жизнь свою, Феофан Затворник Вышинский, с 90-х годов прошлого века началось возрождение Свято-Успенской Вышинской пустыни. Теперь и место затвора святителя восстановлено там находится музей бывают божественные литургии в храме Богоявленском в затворе святителя Феофана это обитель становится одним из возлюбленных мест паломничества православных христиан со всего мира и там возрождается жизнь теперь уже женской община женского Свято-Успенского Вышинского монастыря.